Пару минут назад пришли печальные новости о Борисе Щербакове. Вакцинированный Борис Щербаков повторно госпитализирован с коронавирусом. В августе 2021 года Борис Щербаков перенес COVID в легкой форме. В октябре того же года актер был госпитализирован с пневмонией, и вот сейчас артист вновь оказался в больнице. Щербакова беспокоилась слабость и кашель, поэтому он самостоятельно обратился в медучреждение. Врачи диагностировали у 72-летнего актера коронавирус. При этом признаков пневмонии нет. Дышит артист самостоятельно. Сатурация 99%. Специалисты оценивают состояние Бориса Васильевича как средне-тяжелое. Супруга актера госпитализацию подтвердила. По словам Татьяны Бронзовой, жизни мужа ничего не угрожает. Он не очень себя хорошо чувствовал по приезду из Ростова-на-Дону со съемок. Или в самолете, или где-то еще подхватил. Надеюсь, что его на днях выпишут, сообщила 76-летняя актриса. В начале прошлого года Борис Васильевич сделал прививку от ковида. Несмотря на это, артист все же подхватил инфекцию. В первый раз болезнь протекала относительно легко. Щербакову ставили капельницы, но кислород не потребовался. Врачи подняли звезду на ноги буквально за неделю.